Всем привет! Сегодня 25 сентября, Московская область. Мы уже дома. Сразу сходила в перечно-огуречную теплицу, собрала перцы. Но это еще не все. Остальная часть находится в теплице. Я вам чуть позже потом покажу. Теплицу, где я выращиваю томаты, я перед отъездом полностью подготовила, помыла. Перечно-огуречную я не стала трогать, потому что было на кустах очень много недозревших плодов перца, так как весна в этом году в Московской области очень была затяжная. И хорошо, что я не убрала. Посмотрите, как они хорошо дозрели на кустах. Сейчас передают дожди несколько дней. Вот дожди закончатся, я уже тогда и эту теплицу буду подготавливать к следующему сезону. Я никогда не оставляю теплицы грязные на весну. Всегда мою их с осени. Обязательно это делаю. Я в этом году не делала обзор на сорта и гибриды, которые выращивала в этом году по перцам. Некогда, честно сказать, было. Но сейчас кратко прям расскажу. Здесь у меня всего лишь несколько новинок. Это гибриды, а все сорта, которые я в этом году выращивала, это старые, проверенные, которые я выращиваю, в принципе, каждый год. Про перец гибрид Pro Craft я вам, наверное, уже рассказывала. Это красный кубовидный, очень крупный перец. Выращивала первый раз в этом году. Это гибрид. Крупные перцы, конечно, очень красивые, глянцевые, насыщенный красный цвет. Всходил замечательно, 100% в рассаде хорош был. Вот. Он считается как среднеспелый. Посмотрите, какой красавчик. Очень хороший перец, вкусный, сладкий, сочный. Мне он понравился. Гибрид Pro Craft называется. Между прочим, очень урожайный. Я вот третью волну перца с него снимаю. Так, следующий гибрид, уже новинка в этом году. Называется Этюд. Я посмотрела в интернете. Этюд бывает и красный. Более такой конусовидной формы, красного, темно-красного цвета. Я покупала гибрид Этюд оранжевого цвета. Он был в описании как оранжевый кубовидный перец. Не знаю, где здесь правда. Ну, в общем, по итогу мне этот перец-то не особо-то понравился. Он мелковатый. Это вот самый-самый крупный. В основном вот такие перчинки были. Он не толстостенный. Стенка у него средняя. Вкусный, он очень красивого, конечно, насыщенного оранжевого цвета, в лечу он красиво смотрится. Ну, я не в впечатлении. Перец гибрид Этюд. Дальше, это узнаваемый, наверное, всеми перец, это Джемини. Очень крупный, вытянутые такие кубовидные плоды, ярко-желтого насыщенного цвета. Стенка у него средняя, не скажу, что он толстостенный, просто он очень крупный, посмотрите. В такой спелости я перец срываю, когда он наполовину практически окрашен, он хорошо дозаривается. Зеленый перец я не снимаю, он невкусный, я его отдаю животным. Начал немножко портиться. Джемини. Я думаю, этот гибрид, наверное, выращивал каждый огородник. Так, это сорт уже пошел. Арканы называется. Я его выращиваю уже, ну, тоже довольно-таки много. Свои семена давно. Это ярко-желтый перец. Очень толстостенный, сладкий, средний. Вот. Вообще, по описанию он пишется как кубовидный, но на кустах встречаются и вот такие кубовидные, и приплюснутые вот такие плоды. Перец хороший, он прям такой тяжелый, плоды средние, вкусный, сочный такой. И для фаршировки он отличный, в лечо хорошо он смотрится, желтого цвета. Так, это сорт Леся. Так, я извиняюсь, у нас выключали свет, но продолжим. Это сорт Леся, выращиваю уже не первый год, семена собираю свои. Перец очень красивой каплевидной формы, насыщенного красного цвета, очень толстостенный, стенка, наверное, сантиметр, а то и больше, сочный, вкусный, урожайный. Сам куст средней высоты. Перец просто замечательный, мне очень нравится. Он хорошо и для лечо, и для свежего потребления, в салаты порезать. И также он хорошо смотрится на тарелочке фаршированной. Красиво. Каждый год я его стараюсь выращивать. Так, следующий у меня сорт айварский. Тоже очень давно я его выращиваю.
высаживаю для того, чтобы потом запекать. Это вот один из немногих сортов, которые пригодны именно для запекания на открытом костре или можно даже в духовке, кто не делает это на мангале. Запекать до черноты, снимаю кожицу, вытаскиваю семена и замораживаю. И добавляю в любые блюда для пикантности. Хорошо и добавлять и в домашнюю шаурму, и в бургеры, кто любит такие вещи. Мне все отвлекли меня, значит, закончила на том, что я этот перец запекаю на открытом огне с дымком и добавляю в любые блюда, где я хочу такой пикантный вкус. Мне очень нравится. Следующий сорт, который я выращиваю также много лет, называется Рамира. Я вот так посмотрю, что это модный перец. Каждый его или выращивал, или хочет вырастить. Это высокорослое вообще растение, среднепоздний сорт. Сами плоды удлиненные, заостренные, красного цвета. И у Рамира есть характерная черта – это залом у плодоножки. Кстати говоря, у израильских производителей семян этого залома нет у перцев. Рамира показывает все разные. Но я хочу сказать, что, как пишут аграрии, Рамира – это вообще даже не сорт, это сортотип. Сортотип – это значит, что это просто группа объединенная гибридов и названа под общим названием Рамира. Это, так сказать, торговый знак. Вот. Но вообще Рамира отличается от всех перцев. Это тем, что у него очень тонкая стеночка, хрустящая кожица, перец сладкий. И именно за это ценят его в кулинарии. Если вам попался толстостенный Рамира, то это совсем не Рамира, это производная от итальянского. Рамира настоящий, он выглядит именно вот так. Это краткий обзор перцев, которые я выращивала в этом году. Может быть, кому-то это будет интересно. Приобретете также семена этих гибридов или сортов и также будете выращивать. Это видеовлоговое, поэтому здесь будет все и обо всем. Привезла, наварила я инжирное варенье. Нужно будет опустить в погреб. Перед отъездом также накрутила томатный сок. Здесь у меня красная аджика. Все это сегодня буду спускать в погреб. Так как у меня много перцев, это только часть. Вторая часть в теплице. И почти 2 ящика красных томатов. Я сегодня или завтра буду закрывать личо с фасолью. Это очень вкусный, замечательный рецепт. Если будет время и возможность, я сниму его для вас и выложу на этом канале. Постараюсь, по крайней мере. А сейчас я отберу вот такие небольшие кубовидные перцы, не сильно крупные, и буду фаршировать, потому что я уже подготовила начинку. И вот такие перцы, они, конечно, для фаршировки идеальны. Это, напомню, перец ProCraft. Такой перчиной можно накормить одного мужчину, это точно. Смотрите, красивые, конечно, перцы, замечательные. Между прочим, у нас на время отъезда моего были заморозки. Я это вижу по хостам и по гортензиям. И прихватил мороз. Перцы в теплице. Теплица, напомню, у меня стеклянная. Замечательная, любимая теплица. У меня их 2. И перцы в замечательном состоянии. Листва отличная, и смотрите, перцы морозом не прихвачены, потому что теплица все-таки у меня теплая, непродуваемая, отличная. И все перцы заморозок вообще не тронул. Даже листва. Так, съемка не очень хорошая будет, но дождь передали на 2 дня. Я, конечно, по приезду прошлась, обошла огород, сад, цветники, в принципе, все хорошо, кроме этого. У меня практически на землю легла ива хакуранишики, она на штамбе. Смотрите, какой ужас. Я, конечно, когда это увидела, в шоке была. Я здесь посмотрела, разлома штамба нету, ствола самого. Смотрите, какой же толстый ствол. Была опора деревянная, но я ее вбивала. Наверное, ее слабо вбила, и она все-таки упала. Держится еще, видимо, корнями. Я ее вообще не трогала. Сейчас муж привез 2 металлические опоры. Толстые все будем вбивать и уже привязывать основательно. Углублять будем минимум на метр. Я надеюсь, что оно у меня не пропадет, потому что очень-очень жаль. Это иве уже 2 года. Хакуранишики. Но сейчас все сделаем, я вам покажу
Так, ну что, смотрите, подняли мы его. Слава богу, ствол целый, не треснул, все хорошо. Она, видимо, держалась корнями. Корни у ивы крепкие, хорошие, ветвистые. Сделали две опоры, вбили. Это опора 2,20. Ну, наверное, вбито здесь, наверное, больше метра. Может быть, метр. Но такая арматура толстая очень. Закрепила я хомутами вот здесь. Схватила по штамбу. И там, где прививка, тоже несколько хомутов сделала. Пока достаточно двух опор будет. Сейчас облетит листва. Крону будет хорошо видно. Я ее, конечно, подстригу. И тогда мы сделаем опору получше. Может быть, переставим. Ну, когда будет видно. Потому что, смотрите, сколько листвы. Это ива стриженная. Один раз, правда. Вообще за лето нужно два раза стричь. Все, буду заканчивать. Все хорошо с ивой. Слава богу. Это мне очень жалко было ее. Потом, когда буду уже обрезать, я вам покажу. Хочу вам показать. Закрыла я лечо с фасолью и с овощами. Кстати говоря, я раньше покупала подобную в магазине, особенно в пост. Но теперь закрываю сама. Действительно, получается очень вкусно. Быстро в приготовлении, очень просто. Рецепт есть уже на канале. Я оставлю ссылку в информации под этим видео. И еще хотела сказать, если нет уже свежих томатов, здесь прекрасно подойдет домашний томатный сок, только чтобы он был без добавок. Приготовила уже перцы, буду чистить и фаршировать, делать полуфабрикаты, замораживать. Тоже прекрасная вещь, когда нет времени что-либо приготовить. Но теперь я хочу вам показать теплицу перечно-огуречную, как она сейчас выглядит. Посмотрим, пойдемте. Так, это стеклянная теплица, перечно-огуречная. Двери я закрою. При закрытых дверях в теплице очень тепло. Посередине грядка я здесь каждый год выращиваю огурцы. Ну, а здесь сладкие перцы. Вот так кусты выглядят на сегодняшний день. А перцев зеленых еще достаточно много. Вот смотрите, вот леся висит зеленая. Ну, сказалась, конечно, затяжная весна, очень поздняя, и заморозки. А это перцы здесь, наверное, ведро будет. Они уже наполовину окрасились, поэтому хорошо буду дозариваться и использую в приготовлении. А это все дам животным. Вот на этой неделе я буду полностью убирать все эти кусты. И в конце недели помою теплицу. Я уже много раз говорю, что теплицы я готовлю только с осени обязательно. Эта теплица тоже стеклянная. Выращиваю высокорослый томат. Она уже полностью готова. Остается мне подготовить только эту. Помою, продезинфицирую, подготовлю почву. Я сидираты не высеваю, наверное, уже года два. А то, может быть, даже и три, потому что, чтобы вырастить сидираты, это как вырастить, наверное, томаты. Нужно за этим следить. Посеять, поливать, потом вовремя срезать, заделать все это в почву. В общем, такой непростой процесс. Я этого не делаю. Нет времени, к сожалению, на это. Поэтому я просто почву рыхлю, проливаю биологическими препаратами, это и фитоспорин, и сияние номер один, и закрываю вот таким образом черным укрывным материалом или клеенкой, или мешками, что есть у меня под рукой. Вот так я готовлю теплицу с осени, чтобы весной уже у меня все было чисто. Как правило, весной ранние посевы, и заниматься помывкой теплицы абсолютно некогда. А когда уже здесь все колосится и растет, кто ее там моет? Наверное, никто. Все это переходит уже на следующий год. В общем, вот так. Еще работ, конечно, очень много в саду. Много очень обрезки. Ну, все, я думаю, что успеем сделать. Бактериями, кстати, я проливаю не только грядки сами, но и проходы. Проходы у меня здесь замульчированы хвойным опадом. Вот. Сколько его было, и почва уже много съела опада. Если будет возможность в этом году настроиться все-таки погода, я хочу съездить еще в лес, собрать хвойный опад, потому что он мне еще нужен, чтобы закрыть ежевику, ну и кое-что, какие-то хвойные замульчировать. Это базилик. Здесь вот такие кустища. Я его оставила, чтобы собрать семена свои. Я каждый год собираю. Вот. Иногда он сеется, даже сам всходит.
У меня еще остались острые перцы в контейнере. Я их не убирала. Нужно будет собрать тоже на днях. Это сорт перца «Вспышка». В этом году первый раз выращивала. Очень низкорослый куст, буквально 8-10 сантиметров в высоту. И такие маленькие перчинки, сантиметра, наверное, по 4 максимум. Я буду срезать прям ветками, уберу листву и так буду высушивать. Красиво, декоративно, цветники будут классно смотреться. Я его не буду в следующем году выращивать в контейнере. И это мой перец, выращиваю уже очень много лет, тоже очень красивый. Жгучий. Мне показалось, что вот этот перец более жгучий, чем этот. Вот. Это тоже можно, между прочим, ветками вот так прям собрать, листву убрать и повесить на кухне. Будет красиво смотреться. Это персик. Хочу вам показать еще яблочный сыр. Посмотрите, какая красота получается. Варила я его в первых числах сентября первый раз, поэтому рецепт, конечно же, не снимала. Пробовала разные способы, разные вкусы. Готовила 5 головок. Это 2 головки с фундуком, это с корицей с кусочками яблока, это просто с кусочками яблока. Это литовское блюдо. По сути, это сильно уваренное яблочное пюре с добавлениями, любыми вкусами и высушенное. Получается действительно вкусно. Очень. Мне понравилось. Поэтому на следующий год я выбрала для себя самый удобный способ приготовления. И можно уже снять рецепт. Вот у кого большой урожай яблок, подойдет этот рецепт, потому что здесь их очень много нужно. У меня сосед угостил 2 ведра. Вот я решила приготовить, попробовать новый рецепт. Замечательно получается. Дети просто в восторге от этого блюда. Еще достала декоративный лук, решила перебрать. Это сорт «Аллигатор». Это очень красивый, крупный фиолетовый лук. Я его выкапываю 2 года, чтобы не мельчало соцветие. И у меня будут излишки, поэтому, кого интересует, пишите на электронную почту. Адрес электронной почты находится под каждым видео. Ну, конечно, здесь и чеснок. Начала перебирать, уже откладываю на осеннюю посадку. Здесь в основном сорт «Гулливер». Он имеет 4 крупных зубчика. 1, 2, 3, 4. Отличный сорт, хранится замечательно. В этом году он мне еще, помимо 4 зубцов, появился еще 5 маленький. Вот здесь 4 и вот такой 5. У большинства голов. Я не знаю почему. Вот как-то так в этом году. 4 здесь вот. Сейчас покажу. Здесь тоже 4. Вот, допустим, вот они, 4 крупных и 1 маленький. Вот у большинства головок так почему-то. Вот уже 4 и вот такой маленький. Вот он, 5. Здесь у меня также и однозубки есть. Это я выращивала из... Они где-то здесь внизу. Из-за бульбочек для обновления семенного материала. В общем, перебираю, готовлюсь к осенней посадке чеснока. У меня еще есть семена. Я собирала вот камнеломка. Это белая обычная камнеломка Андерсена. Тоже достаточно много семян. Аквилегия. Фиолетовая, очень красивая тоже. Это с моего всю сада. У меня также есть семена и томатов, вот, допустим, черное сердце от Борисовны, сердце зебры, немецкое сердце Гомера, сладкий кассади, что у меня здесь, ирландский ликер есть, украинка, тетя Анна, между прочим, у меня много ее спрашивают, вот семена тети Анны. Это не все семена, это просто из последнего сбора. Это тоже тетя Анна. Лискин нос у меня. Еще есть семена, просто это я вот из последних. Поэтому, если кто-то захочет чеснок, тоже будут излишки. Или декоративный лук. Можно также в посылку положить и семена томатов и вот цветов. Есть также семена лаванды, но она будет чуть попозже. Семена у меня сейчас соцветие на просушке. Хорошо высохнут, полежат, и тогда я только буду их выбирать, чистить, чтобы чистые семена были. Так что, кого интересует, пишите мне на электронную почту.
Еще хочу сделать небольшой обзор по декоративной тыкве, которую выращивала в этом году. Я ее успела собрать до отъезда, поэтому мороз ее не тронул. Она полежала в доме. Все с ней хорошо. Два вида выращивала через рассаду. Это двухцветная груша, семена голландские. К сожалению, в рассаде она у меня замерзла. Не успела даже ее высадить, в общем. И также корона, смесь сортов. Выжил у меня один куст, я его высадила, и вот она выросла. Здесь показано, видите, они такие все разные. У меня получились, ну, в принципе, они все одинаковые. Красивая тыква, пока такого молочного цвета. Где-то есть полосы более ярко выражены зеленого цвета, где-то поменьше. Ребристые такие, ну, в виде короны. Симпатичная тыква. Вела я в один стебель, формировала тыкву. Декоративно обязательно нужно формировать, потому что она очень длинноплетистая, дает много боковых пасынков, которые нужно тоже убирать. Стараться оставлять небольшое количество тыквы, чтобы она вызревала, потому что если декоративная тыква не вызревает, она плохо хранится. Посмотрите, какое чудо наросло. Они срослись между собой. Красивые. Пока они тяжелые, затем они будут высыхать, становиться легче. Эту тыкву есть нельзя, она только для декора. Она еще будет окрашиваться, как правило, после того, как собираешь тыкву декоративную, она потом окрашивается. Ну, посмотрим, как это себя поведет, потому что я первый раз эту тыкву выращиваю. Здесь у меня сколько? 6 плодов. Вообще было много. Я собрала те, что действительно уже вызрели. Много было еще недозревших. Она тыква декоративная, как правило, очень плодовита. Очень. Поэтому нужно формировать, чтобы созревали оставшиеся плоды. Ну вот она высоту 2,5 метра. Здесь производитель пишется. Вот я ей говорю, что она длинная, плетистая. Я ее пускаю по земле. Я не поднимаю тыкву на шпалеры. Мини-тыковки очень красивые. Зубчатый край, напоминающий корону. Отлично подходит для создания живых изгородей. Очень хорошо хранится в домашних условиях. Вот так. Она у меня ползет по земле, потому что я ее прищипываю. Но можно, наверное, использовать как и декоративную, как ширму зеленую. Но я этого не делаю. Посмотрим, как она себя поведет, как она будет храниться. Вот. Потому что не все декоративные тыквы хорошо хранятся. Некоторые до января, февраля и все. А некоторые сорта прям могут храниться и 2, и 3 года. Они просто высыхают, оболочка становится такой деревянной, и они красиво украшают дом. Особенно сейчас, осенью, такие тыквы, конечно, очень красивые. Но если не окрасится, будет, конечно, очень хорошо, красиво. Потому что вот такие желтые, оранжевые, они декоративно смотрятся в доме осенью. Красиво. У меня здесь еще остались семена вот этой груши двухцветной. Я попробую в следующем году ее посеять. Может быть, получится. Смотрите, тоже красивые оранжевые с зеленым основанием. Вот такой урожай у меня декоративная тыква в этом году. У меня на этом все. Я буду заканчивать этот влог. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока!